Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. И у меня здесь сделалась бронька на 86 уровень повелителя деяния. Так, могу еще... Ага, не хватает кристаллов. Ладно. Так, ну что ж, давайте тогда перейдем к магам. Непосредственно посмотрим, что это за броня новенькая у нас на 86 уровень, а здесь 84. Значит, не подходит. Ладно, давайте... А, о чем мы будем смотреть? У меня же нет 86-х персонажей. Хорошо, пускай тогда она будет стоять у нас и ждать хорошего момента. Эпическая броня, блин. Надо начинать развивать своих персонажей хотя бы до 90 уровня. Уж слишком они маленькие и слабенькие. А тут вообще 4 звезды, надо от него избавляться. Ну, для этого я и качаю, в принципе, персонажей своих. Сколько здесь еще? Ой, еще очень и очень долго нам придется ждать. Но все равно деваться некуда, будем терпеть и ждать. А пока будем играть такой командой, которая у меня сейчас в данный момент находится. Так, давайте-ка мы что-нибудь с вами попробуем заказать. Синьку, синьку. Ну, давайте будем делать синий броник на мага. Вдруг он будет лучше, чем у нас есть, и мы, конечно же, его наденем сразу же. Так, и начну я, пожалуй, сегодня, ребятушки, знаете с чего? Месть. Месть очень сладка, и будем мстить нашему последнему персонажу, который меня одолел. Уж больно сильно он меня тогда зацепил. Здесь мы ничего сделать не можем, потому что у нас заказ стоит. Так, и где-то здесь он должен находиться. Так, погоди, не то. Вот он, Алекс Сид 84. Давайте попробуем его разобрать. В тот раз у меня не получилось, вы помните. Там буквально чуть-чуть не хватило. Но, надеюсь, сейчас мы все исправим. Ускоряться не будем, чтобы все было под моим контролем. Тут главное пробить воина. Будем постоянно использовать заморозку. Вот так вот. Упал, замечательно. Переходим к магам. Ну давай, давай, давай. Все, два мага упало, замечательно. Практически 50% победы у нас уже в руках. И давай вставай, малорик. И остались тут два лучника. Вот и все. Ух, отомстили за прошлый раз. Забираем у него ресурсы. Отличненько. Все. Я даже не знаю, что теперь делать. Ребята, это у нас, наверное, будет серия проходящая. Потому что копить ресурсы. Ну, давайте немножко покопим с вами ресурсы для следующей постройки. А в ближайшее время, как вы видите, 2 дня, 2 часа нам еще ждать. Не знаю, на что здесь у нас тратить яблоки. Портала еще не будет, его долго пока не будет. Целая неделя впереди. Давайте посмотрим вот этого вот чувачка. Так, берем магию. Ну, естественно, сейчас будем заказывать, опять же, пробники. Будем все тратить и вооружаться. Вот так-то. Шикарно. Ну, а теперь разведочку делаем и смотрим. 495 тысяч силы. Ну, я думаю, что можно его попробовать разобрать. Не такой уж он и сильный. Только подождем, пока мои солдатики отхилятся. Ух, тем более у него кракен на апгрейде стоит. Значит, он в бою участвовать не будет, что облегчает нам победу. Не все полностью восстановили здоровье. Ну что же, подождем пока. Ну-ка, дайте-ка посмотреть, что у него здесь. Один лучник, три мага. Эпическое оружие. Ну, по атаке слабенькое, хоть и 80 уровня. Про это я вообще молчу. Так, это значит, у него ресальщик и хиллер. Два мага, ясно. Будем знать. Арбалетчик. Ага, значит, у него арбалетчик, лучник, два мага. Ну и воин. Ладно, давайте-ка посмотрим теперь моих бойцов. Как они подготовлены. Так, Светлана, мне все в тебе устраивает, кроме одного. У тебя очень слабый посох. Его надо будет как-то поменять, желательно в ближайшее время. Так же, как и нашему хиллеру. С арбалетчиком и с воином вроде бы все ясно. Вот и ресничку тоже нужно заменить оружие в ближайшее время, как можно скорее. Может быть, кому-нибудь поставить лук? Ага. Но если мы даже влепим сейчас лук, он у нас на какой уровень-то вообще будет? Вот ему, предположим. Ну-ка,
79-й, в принципе, подходит. Ага, броню теперь. Ёлки-палки, а с броней-то у нас проблемы, так что возвращаем все обратно. Ну, вроде бы как и все, разобрались. Давайте-ка сменим, наверное, посмотрим, кого дадут. 71 тысяча стали, а здесь 48, но не очень-то хорошо, если честно. Стив. Давайте начнем, наверное, со Стива. 495 тысяч силы, в общем, глянем. Понеслась, так. Вояка-вояка держится. Блин, смотри-ка, а. Да ладно, только не говорите, что сейчас вы еще меня тут разберете. Хотя все шансы есть. Смотрите, что происходит. Так, все, вояк упал. Мы переходим к магам. Один маг упал. Блин, вот почему ты сразу переключаешься на воина? Я никак не могу этого понять. Бил бы магов дальше, не этому надо обязательно переключиться на вояку. Все, ребята, победа за нами. Слушайте, я хотел сказать, ну вообще, эти вьетнамцы или корейцы или китайцы, я так и не понял по фотографии, кто они такие. Уж больно смазанные какие-то. Присылает мне в Фейсбуке свои фотографии, как они донатят в этой игре. Вы представляете, да? 70 тысяч кристаллов донатят и хвастаются этим передо мной. И еще спрашивают, ну как тебе нравится? Я говорю, ну, как бы хотелось бы сказать, а что мне здесь должно нравиться? Донатеры есть донатеры. Причем, ну ладно бы там 7 тысяч кристаллов, но 70 это, по-моему, перебор. Откуда у гадов столько денег? Хотя, чему тут удивляться? В общем, ладно, ребята, это я немножко отошел от темы. Давайте с вами продолжать немножко фармить. 117 тысяч было, так, а здесь 47. Ну, давай, прогружайся быстрее. 20, да какой 20, там 20 тысяч дерева было. 47 тысяч. Слушайте, по-моему, у меня не получится сегодня хорошенько пофармить. Вы сами прекрасно видите, что тут происходит. Ну-ка, вот, 95. Давайте попробуем этого паренька. Так, 463 тысячи силы. Думаю, должны справиться, тем более тут все красноголовики. Два вояки. Как вам нравится заморозка? Смотри-ка, держат удар, но недолго. Все, переключаемся сразу же. Да ты будешь бить магов или нет, а? Упырь! Вот, малорик. Отлично, победа за нами. 100 тысяч стали получаем. Ну, в плюс. Так что я думаю, что к следующему освобождению работяги у нас уже будет достаточно ресурсов, чтобы сразу заказать себе новую постройку или апгрейд. Так, забираем здесь все. 2 дня, 2 часа. Ну, довольно долго придется ждать. Ну, а спешить-то нам все равно некуда. Так, ладно. Сколько у нас стоит работяга следующий? 2000 кристаллов. Это кто-то, кстати, спрашивал у меня, я помню, писал в личку. Сколько стоит третий работяга? Вот тут, как видите, 2000 кристаллов. А уже четвертый, я не знаю. Наверное, 4, а может быть 3000 кристаллов. В общем, не знаю, не пробовал. И покупать не буду, мне пока двоих за глаза. Ну что ж, давайте еще, наверное, на дорожку с вами кого-нибудь глянем. Ага, смотрите, вон, китайоза стоит рядом, 27 уровень, блин. Так, Матеус, что у тебя? Ничего хорошего. XXX тоже какой-то профан. Ну вот Димон, если только. Димка, я надеюсь, ты не будешь обижаться, если я у тебя немножко позаимствую ресурсов. Давайте сделаем разведку. 397 тысяч сил. Как раз то, что надо. Так что поехали. Нам нужно быстро и безболезненно его ликвидировать, чтобы долго не затягивать этот бой. Так, заморозочка пошла. Вот смотрите, смотрите, как разбирает у меня вот этого первого мага боевого с 66 уровнем посоха. Падает практически моментально. Все, ну здесь мы разобрали их, чего и требовалось ожидать. Так, ребятушки, давайте, наверное, мы с вами сделаем небольшой перерывчик и уже увидимся в следующей серии. Тут просто появились кое-какие неотложные дела. Так что далеко не расходитесь, скоро увидимся. Привет, орлы, с вами Рэй. Ну что же, продолжаем играть в Castle Castle. Правда, у нас уже наступил следующий день, дела у меня затянулись. И здесь сундучок, глянем, что из него выпадет нам. Ага, ожерелочка зеленая на броню, нафиг она нам не нужна. Ну, а колбу на алхимика мы немножко придержим. Так, с чего начать? Опять же с фарма. Слабенький какой, Изард. Давайте проверим этого Изарда. Магию, обязательно магию надо забирать. Так, сюда.
Теперь делаем запас. Так, кстати, нам совсем немножко осталось. Лично до следующего апа 1 миллион буквально ресурсов. Попробуем набомбить. Смотрите, уже у всех практически прокачанный кракен. Надо тоже его раскачивать. Ну, как видите, он у меня еще только в предпоследней фазе будет. Так, давай. Дожимаем. Да елки ты палки. Да ну хорош. Да что творится-то? Ну и как всегда у меня мой арбалетчик тащит всю команду наверх. Только за счет него мы и выиграли, в принципе, вот этот бой. Слушай, магичка, ты у меня слишком слабая, быстро тебя разбирают. Спасибо, ребята, всем за подарки, очень вам признателен. Так, думаю, забирать-то стоит, нет, 550 тысяч яблок, давайте забирать. И что? Блин, тогда не будем. Давайте, наверное, тогда сделаем немножко по-другому. Подождем с вами, когда я чуть-чуть протрачусь, а потом уже будем забирать. Ну и, в принципе, можно будет тогда и отправить. А сейчас ищем жертву. Опять у нас тут китаёзы, ёлки-палки. Во, самое то, что нужно. Ну, почему-то мне кажется, что это довольно серьезный противник. И у нас ничего не получится. Ну, давай. Блин, жалко, здесь нельзя на автомате поставить, да? Чтобы, как бы, в порядке очереди. Ты забрал, тот остроится. А нет, в принципе, сгодится. 400 тысяч силы. Только мои бойцы почему-то еще покоцаны. Долго уж больно они восстанавливаются без здоровья. Казалось мне, раньше все это проходило намного быстрее. Так, что у нас тут? Матеус. Все одни и те же, блин, на карте. Нифига не меняется. Сутки, двое проходит, а они все стоят и стоят. Тут у нас Федор. 27 уровень. Кореец или китайец, хрен знает кто он. Так, мы от него избавились. И видим, что перед нами 365 тысяч силы. Ну, можно даже разобрать его, попробовать. И ничего сложного в этом не будет. Давай отхиливайся, это уже быстрее, а? Вояка ты мой родной, блин. Стоит и в ус не дует. Так, как видите, у нас остался один день и несколько часов. Нафиг мне это, я не хочу ничего менять. Блин, пес, как всегда, вот лезет под руку. Этот, блин, гоблин там ходит, довольный, с улыбочкой такой. Ну что, сменим давайте его. 107 тысяч, хорошо. Здесь 201 тысяча. Бастион Севера. Ладно, поехали, не будем мы долго затягивать с этим. Понеслась. Ага. Слушайте, ну я вижу уже, что вояки здесь ватные. Разбираются на ура. И маги, соответственно, падают тоже. Хоп-хоп-хоп, он что там подхилить хотел, кого-то рисануть, но не тут-то было. Отдыхают. 220 тысяч. Стали к нам в копилочку идет. Ух, совсем немножко осталось. Буквально еще 700-800 тысяч, и у нас будет все на мази. Так, следующего выбираем. Винди. Ну, давайте попробуем разобрать Винди с вами. 470 тысяч. Блин, опять мой Мирослав там стоит, блин, покоцанный, и придется ждать, пока он отхилится. Хотя этот Виндис, вы видели сейчас? Уж больно в нем много всяких легендарных шмоток. Потихоньку начнем издалека. Ну, давай, пробиваем. Все, шикарно произошло у нас здесь. Положили, уронили, добили. Все, отлично. Что за мода у них пошла в последнее время брать к себе в отряд по два лучника? Ну, или лучник, арбалетчик, в общем, неважно. По два стрелка. И что у нас тут? Все, буквально осталось еще 800 тысяч, ребята. 800 тысяч нам добрать. Один день, 15 часов будет еще делаться все. Побыстрее бы сделалось. Я уже, по крайней мере, бы отстал бы от этих ожерелок. Так, у нас уже оружейка и бронька сделаны. Теперь остается только дождаться, когда там все будет готово. Уж больно сильно хочется посмотреть, что там у нас с вами скрафтится. Так. Что-то я все воюю, а яблоки у меня практически и не тратятся. Манна полностью забита. Дерево практически тоже. Ну, а железо, вы сами понимаете, есть. Трудно добываемый и трудно накапливаемый ресурс, с которым придется нам все время пыхтеть. Я, кстати, в следующий раз, когда накоплю ресурсы, буду все-таки улучшать именно
шахтерское дело. Чтобы хоть какая-то прибавка по стали к нам была быстрее. Давайте забирать с вами магию. У нас ее не так уж и много осталось, кстати. Буквально на один бой. Ну да, так и получится. Ну, еще раз вам говорю, что эти у нас серии будут, ребята, проходящие, потому что здесь особо ничего происходить не будет. Элементарный фарм ресурсов. Вот и все, что я вам могу пообещать. Никаких новых построек, никакого нового крафта, никакого в данный момент портала у нас не будет. Даже не будет у нас нашествия, потому что еще слишком рано. Еще слишком рано по времени, а потом я не успею, потому что я уйду уже на работу, ребят. Так, ну что же, поехали. Будем пробовать его разбирать. Ага, кракен такой неплохой. Практически предпоследняя фаза. Здесь мы разбили. Ух ты, довольно ватненький какой-то нам попался. Но, тем не менее, спасибо тебе практически за 200 тысяч железа. Я очень тебе признателен. Думаю, наступило время забрать ваши подарки. Отлично, забираем. Да-да-да. Ну и впору, наверное, отправить. Начинаем, как обычно, с Тазгена. Теперь у нас будет Умка. Отправляем ему. И последний это будет у нас Дэн. Денчик, давайте отправим. Все, с подарками мы с вами разобрались. И слава богу. Так, а теперь давайте, наверное, брать сундучки и вскрывать их, смотреть. Что у нас здесь выпадет? Арбалет, естественно, на разборку сразу же летит. А тут у нас, ну, пончик, наверное, можно оставить, в принципе. Так, эти сундуки мы будем оставлять с яблоками, трогать их пока не стоит. Нет такой надобности. Так, хорошо. Тут у нас Федор, 45 тысяч стали. Вот, теперь стало 220. Эриборн, я не знаю. Чувствуется мне, что этот Эриборн довольно такой крепкий, малый. Надо разведку делать, прежде чем что-то говорить. 525 тысяч силы. Ну, как сказать, ну, есть у него очень много, как говорится, эпика, пару легенд, так что пока трогать мы его не будем. А вот киллера, пожалуй, мы разберем. 365 тысяч силы проходит, наверное, на одном дыхании. Ну, практически первый ряд упал, а нет. Все, вот теперь точно упал, и отдыхают маги. Ну что же, 130 тысяч стали, это еще небольшой плюсик. Так, кто там к нам пришел в гости, а? Каспер. О, два синих сундука. Я надеюсь, хоть раз мне с синего сундука что-нибудь нормально выпадет, хоть какая-нибудь синяя шмотка, блин. Ну-ка, давайте глянем. Колечко выпало на дровосеков, ясно. А здесь арбалет, вот этот арбалет уже достал, тут, честно говоря. Он мне за последнее время, наверное, раз 50 к ряду выпал. Практически с каждого сундука выпадает. Достал уже, если честно. Так, сменили. 60 тысяч, слабо. А здесь у нас 220. Давайте добавим свою последнюю магию. Значит, у нас скоро будет завершаться серия. Получается так. Оу, 793 тысячи. Куда? Куда мне тягаться с ним? Ядрёна ты вошь. Сколько легенды у него, а? Охренеть. Хочу столько же. А может быть, даже и больше. Хотя, в принципе, ребята, я на следующий портал пойду и буду фармить, наверное, все-таки кристаллы, как вы мне посоветовали. А уже с них делать самому себе броню, оружие, ну, в общем, что захочу. Правда, я представляю, сколько будет делаться. Если при обычном заказе делается там трое суток, то легенда, наверное, будет делаться дней 5. Я еще ни разу не заказывал, поэтому не знаю. Ну что ж, давайте накажем этого братка. Попробуем наказать. Что у нас из этого получится? Так, заморозочка хорошо работает, вообще замечательно. О, куда побежали, эй, архаровцы. Ну, слава богу, мои маги справились. Тик, и все, лучник тоже отдыхает. Вообще великолепно, только я думаю об одном, что мы сейчас с вами насобираем все ресурсы, которые мне нужны. А что мы с вами будем дальше-то делать, а? Сидеть и ждать, когда у меня освободится работяга? По ходу дела так и будет. Это мы разобрали, а здесь, ну, тоже разбираем, ребят, потому что, ну, ни к чему. 335 белых кристалла. Если бы можно было бы отправлять своим соклановцам, поверьте мне, без раздумий бы отправил. И пускай бы они делали себе зеленые шмотки, если бы, конечно, кто-то в этом нуждался. Давайте-ка вот этого попробуем. Ага, 567 тысяч, нет.
проба отменяется. Раз уж речь у нас пошла о клане, я хотел бы поприветствовать всех новичков, которые к нам прибыли в ближайшее время. Ребята, всем привет. Еще раз повторяю, я не занимаюсь удалением из клана, этим занимается у нас Халк. У него эти уполномочия, но он удаляет, как уже писал, только лишь потому, что вы либо не участвуете в игре, либо не светитесь и числитесь как мертвыми душами. Так что побольше общайтесь в чате, давайте о себе знать, ну и, естественно, прогрессируйте, чтобы это было видно. Только в этом случае вы будете оставлены в клане. Ну что же, давайте будем разбирать вот этого малыша. Давай. Там совсем немножко нам осталось побродить, походить, чтобы набить определенное количество ресурсов. И на этом уже, как говорится, будем завязывать с вами. Так, смотрим, сколько? 3 миллиона 208 тысяч. В принципе, этого достаточно, ребята. Просто сейчас нужно сыграть один любой бой. Ну-ка, глянем вот этого вот братка. А, мы уже глядели его. И все. Остается только потом вставать в режим ожидания и дожидаться подходящего момента. А точнее, это один день 15 часов. Так, здесь что-то как-то лихо-лихо пошли они. Причем их четверо, смотрите-ка. Ну, практически разобрали мне вояку. Ну, вот и все. В принципе, мы уже насобирали нужное количество. Я собираюсь сделать литейку. Давайте посмотрим, сколько надо. Ёлки-палки, литейка. Литейка же у меня делается уже. Да-да, ребят, что-то я тупанул. Тогда давайте ремесленный цех. И сколько нам не хватает здесь? Ага. Ну, 100 тысяч стали, грубо говоря, нам сейчас получить. И все. Что-то я как-то лопухнулся насчет этого шахтерского дела. Я и забыл, что он у меня уже стоит. Улучшается. Хорошо, будем тогда развивать древесину. Никуда не денешься, тут по 20 часов еще строится им, а? Обалдеть. Так, а здесь у нас получается, ага, 40 плюс 15. Это будет 55 уровень у моих алхимиков. Я, блин, даже не знаю, что и делать. Слушайте, или заниматься будем древесиной, или алхимиками. Одно из двух. Но мне почему-то склоняется больше к дереву. А еще лучше, конечно, сделать заново, построить литейку. Для этого нужно, чтобы освободился работяга. Так, ну что здесь у нас, смотрим. Нихера он тут в легенде-то весь, блин. Не будем мы его пока трогать. Ну дайте мне просто-напросто какого-нибудь персонажа, у которого будет 100 тысяч стали, чтобы я его по-быстренькому разобрал, и все. И накопил уже недостающие ресурсы. Ну-ка тебя давай проверим. 544 тысячи. Ладно, фиг с ним. Глянем сейчас. Да ладно, одна синька и зеленуха. Что-то как-то мне с трудом верится, что он мог такими темпами набрать 544 тысячи силы. Какой-то подкол здесь есть, ребятушки. Это однозначно. Ну а по карте у нас больше никого достойного нету. Вот только единственное, Гохан этот. Можешь рискнуть. Ладно, давайте, ребята, на дорожку, как говорится, рискнем его разобрать. Получится, не получится, фиг с ним. Зато рискнем. И с чистой совестью будем расходиться по домам. Так, пока стоят. Смотри, смотри, что происходит, а. Буду заморозку пускать практически без перерыва. Ну что я могу сказать? Смотрите, тут уже результат ясен. Все, мы выиграли. Да-да-да, победа за нами. Ну что ж, ребята, давайте тогда на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Вам спасибо всем большое за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И я надеюсь, уже подойдет время для постройки. Ну и, может быть, уже подкатит к тому времени портал. Ну а на этом все. Всем пока и до новых скорых встреч, ребята. И до новых видосиков. Удачи вам.